пассажирский поезд едет. А вот это еще яблоко такая, ну уже все. Спишь. Взял пакетика как-то. Электричка. На-на-на. Тут вся такая желтая-желтая. Смотрите, какая-то. Какое-то растение. Не знаю, как называется, но каким-то видом. Яблоки тоже готовые к употреблению. А ты не знаю. То есть сейчас может быть пальмы такие. Ой, какие пальмы, господи. Не пальмы, друзья мои. Это клён. Клён, клён, клён. Александр. Николаевский поселок. Вот. И вот тут вот река Каменка. В начале 1904 года поселок Новониколаевский обрел статус города. А в 1908 году город получил право полного городского положения. И его жители смогли выбирать городскую думу. В ноябре 1904 года, ну и поняли, терм-пырм, растопырм, все такое вот. Вот такой план был города. Друзья мои. Вот такой мост. Пиво. И что такое мост был? Речка большая была. Парк городского начала. На этом месте, при падении речки Каменки, на берегу Обь, 30 апреля 1893 года пришвартовался первый отряд квалифицированных рабочих. Вот. Дальше пойдем. Вот тут вот был этот, ну, Октябрьская пристань назывался вокзал. Ладно, продолжение следует.